Привет, друзья! Российский опытный среднемагистральный самолет МС-21-310 с двигателем ПД-14 и импортозамещенными комплектующими совершил полет над Иркутском. ПД-14 – первый авиационный турбовентиляторный двигатель нового поколения, созданный в современной России. Работа двигателя ПД-14 показана в ссылке на видео в комментариях к ролику. Пассажирский самолет МС-21 взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет продолжался 1 час 15 минут. Лайнер поднялся на высоту 3000 метров и развил скорость 580 км в час. В летных испытаниях по программе импортозамещения принимают участие два доработанных опытных самолета МС-21. Самолет МС-21 разработан для конкуренции с самолетами Boeing 737 и Airbus A320. Российские аналоги заменили не все иностранные системы самолета. Авиалайнер получил российский комплекс бортовой электроники, включая коммутаторы, вычислители, системы навигации, вспомогательную силовую установку, устройство регулирования давления и кондиционирования, светотехнические приборы и пульты самолетных систем. Также российские компоненты вошли в состав оборудования электроснабжения, гидросистем и шасси. Самолет МС-21 может перевозить от 163 до 211 пассажиров со скоростью до 870 км в час. Дальность полета около 5100 км. Она может быть увеличена. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.